Восьмое место по эффективности работы среди всех регионов России заняло Белгородское областное управление Федеральной службы судебных приставов. Таких результатов удалось достичь, в том числе и благодаря операции «Должник», которая проводится ГИБДД области совместно с налоговой службой и приставами. Итоги последнего оперативно-профилактического мероприятия, которое прошло с 16 по 21 марта, были озвучены сегодня на брифинге. Мы арестовали порядка 75 транспортных средств, из которых 37 транспортных средств изъято, эвакуировано и помещено на ответственное хранение. По 38 транспортным средствам должники рассчитались до прибытия эвакуатора. Было возбуждено 398 дел. По результатам судами принято следующее решение. По 6 материалам вынесено решение об административном аресте неплательщиков. По 11 материалам о назначении обязательных работ и по 381 материалу вынесено решение о наложении штрафа в двойном размере.